Всем привет, сразу предупреждаю, здесь будут не столько хайповые паленые шмотки, сколько вещи, которые мне приглянулись. Если вам они также приглянутся, ссылки на все товары есть в описании под роликом. А теперь быстро поставил лайк и поехали. Свитшот с принтом Криса Брауна с обеих сторон, 20 заказов у товара. Футболка с черной пирамидой, которая для кого-то будет много значить, наверное. Сексуальное платье для стройных девушек, есть уже около 100 заказов. Футболка с черепом из перьев, есть три расцветки, черная, белая и зеленая. Найковская футболка с кучей расцветок, цена норм, заказов тоже достаточно. Свитшот с принтом огурцов, надеюсь, это не реплика модной одежки, иначе мир сошел с ума. Копеечные очечи для модниц с 6 с лишним тысячами заказов, есть 10 расцветок. Толстовки с труднопроизносимыми буквами на груди, наверное, это что-то модное. Футболка с крутым принтом дракона и зачем-то рукавом, одним рукавом причем. Однотонные толстовки без всяких наклеечек брендов, просто ад для модников. 15 свитшотов с принтами рэперов и не только, некоторые странные, как этот. Футболка с красивым принтом морских глубин, если я все правильно разглядел. 8 разновидностей футболок с красочными градиентами, 666 заказов. Сейчас я чихну. Теперь можно дальше. Однотонные толстовки с принтом маршмеллоу, это такой музыкальный исполнитель. Легкая куртка в 3 расцветках, есть парочка отзывов с фотографиями. 17 белых футболок с изображением популярных рэп-исполнителей, есть даже Окси. 2 разновидности камуфляжных толстовок для любителей милитари стиля. Довольно интересная кепка с клыками на козырьке, возможно, это реплика какого-то бренда. Светящиеся в темноте маски, думаю, подросткам такое должно понравиться. Куртка Off-White для любителей модной фирмы, кому она не по карману. Напиши в комментариях, зашла ли тебе такая подборка или нет, чтобы я знал, стоит ли продолжать с одежкой. И подписывайся на канал, если ты до сих пор этого еще не сделал. Пока.